Привет, друзья! Мы находимся в природном заповеднике, который носит название Пинаты. Это дом-усадьба великого русского художника Ильи Репина. Сзади меня плакат, на котором сфотографировано 85-летие великого художника и очень много известных людей здесь, на этом плакате, которые празднуют день рождения маэстро. Вот. Слева от меня располагается беседка, которую Репин сам назвал храм Озириса и Изиды. Это такая своеобразная лесная летняя эстрада, с которой величайшие люди эпохи Репина, это и Есенин, и Маяковский, очень много художников, передвижников. Они читали какие-то лекции, читали стихи и, в общем-то, наслаждались общением друг с другом. Этот замечательный парк, он сам по себе место уникальное. Здесь сосновые, еловые, березовые леса, и в непосредственной близости отсюда находится Финский залив. То есть территория сама по себе до 40-го года была территорией Финской республики, и когда-то давно сам Репин, будучи уже известным художником, купил здесь 2 гектара земли и основал вот это замечательное место, свой дом-усадьбу, которую впоследствии назвал Пинаты. От римского пинаты, хранители дома, очага. Вот. И, конечно, это очень интересно, такое культурное, настоящее русское место, в котором бывали многие известные люди, актеры, художники, режиссеры. Вот. И очень это познавательно, кто будет в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, поселок Комарова, милости просим, сюда по русским местам.